Как получить нового ученого Клокмена в Toilet Tower Defense без каких-либо усилий, а также потратив минимальное количество гемов? Все это я тебе покажу в этом видео, так что обязательно поставь лайк, а то будет как-то обидно, что за такую информацию мы не соберем даже 1000 лайков. Кстати, если ты хочешь получить бесплатно 10 новых ящиков, то заходи в мой телеграм-канал по первой ссылке в описании. Всем приятного просмотра. Совсем недавно на сайте Market TDD появилось новое колесо фортуны, в котором вы можете выбить промокод на гемы или даже диджея. Помимо этого, на сайте самые низкие цены на все и быстрая выдача товара. Я сам часто покупаю юнитов именно там. Если у вас будут какие-то вопросы, то вы всегда сможете обратиться в техподдержку сайта. А также в их телеграм-канале прямо сейчас проводится конкурс на кучу призовых мест, и каждый сможет что-то выиграть. Скорее переходи по ссылке в описании и участвуй. Well, новое обновление вышло вчера, и уже каждый игрок хочет получить себе нового ученого Клокмена, потому что он сам по себе довольно хороший персонаж, а также его можно продать на тренинг плазе за довольно таки хорошую сумму. И заработать еще гемасов, благодаря которым можно еще одного ученого выбить. Значит, ну короче, суть ты понял. Что же делать, если у тебя совсем нету гемов? Как поступить и как получить этого юнита? На самом деле выход есть. Поэтому я и решил записать этот ролик, чтобы показать тебе все. Давай ты сначала зайдешь в телегу по первой ссылке в описании, и тогда у тебя точно все получится. Что же, для этого способа тебе нужно минимальное количество гемов, около сотни штук. Я думаю, с этим проблем у тебя точно не будет, ведь получить 100 гемов это просто легче легкого. Можно даже обычных своих юнитов попродавать, и ты уже их получишь. Короче, с этим ты справишься. А также тебе нужно очень много терпения. С этим мне нужно, конечно, поработать, но в принципе и так сойдет. Ладно, давай зайдем в игру, и я тебе покажу сам способ. Смотри, первым делом тебе нужно зайти в игру под названием Joker Hunter Пасхалку. Заходим. И уже в этой игре мы сможем с вами получить нового ученого Клокмена, которого хотят все игроки в Toilet Tower Defense. Ладно, на самом деле это шутка, я не знаю, что это за высерание игра. Два онлайна всего лишь. Скоро такой онлайн в Toilet Tower Defense будет, ну не дай бог. Окей, теперь нормально уже заходим в саму игру. Окей, что же, вот я уже нахожусь в игре, и давайте посмотрим, что здесь за новенькая обнова. Хотя ладно, мы в прошлом ролике сделали полный обзор нового обновления. Обнова получилась довольно-таки маленькая, но наша главная цель это получить вот этого вот красавца. О да, какой шикарный Клокмен, я хочу его получить. Для этого нам понадобится сойти на тренинг плазу и опять же минимальное количество гемов. У меня 16 тысяч, но тебе не обязательно иметь такое количество, ты можешь, я говорю, и со 100 гемами тоже ворваться туда и заполучить этого юнита. Первый делом, это самый первый способ, это просто купить вот такие вот ящики. Давай я сейчас просто по приколу открою 3 ящика, посмотрим, что мне из них выпадет. Открываем первый и ух ты, что-то крутое походу выпадает. И да, это у нас Gravity Gun Cameraman. В моем телеграме ребята говорят, что это просто имба юнит, что он мол замедляет на 80%. Это нужно будет обязательно протестить, потому что уже довольно-таки давно не играл в Toilet Tower Defense, и на самом деле это обидно. Окей, мне выпал Static Speakerman. Ой, ё-моё, я случайно 6 таймкрейтов открыл. Это бесполезно, ящики на самом... Блин, они же эксклюзивные. Я только что 6 эксклюзивных ящиков открыл просто так. У меня теперь нету ни одного этого ящика. Вот это я кринжанул просто. Давай мне юниты за 0,5%, дружище, давай. И нет, Gravity Gun Cameraman. Ну хоть за это спасибо, их сколько? 300 тысяч штук в мире, очуметь. Самые эксклюзивные юниты из всех эксклюзивных. У меня 0 приглашений в клан. Друзья, у кого-то из вас уже есть клан или нет? Потому что я не записывал ролик по обнове с кланами, я что-то в этом не очень разбираюсь. И в чем заключается сам способ? Давайте я сейчас быстренько все расскажу, чтобы ты уже сегодня смог нафармить себе огромнейшее количество гемов, либо вот этих новых юнитов. Заходим сюда на тренинг плазу. Ух ты, Сигма Крейт. Погоди, а что здесь выпадает у нас? Ууу, это что-то крутое. Жалко не себя сразу 10 ящиков вот этих купить, я бы с удовольствием купил и хотел бы выбить того юнита за 1%, но окей. Смотри, для начала ты должен зайти на тренинг плазу, нажать купить юнитов и найти вот такого вот красавца. Вот, сейчас его нету в продаже. Это плохо на самом деле. А сколько их штук в мире сейчас? Можно как-то посмотреть? Их сейчас 6000 штук в мире. То есть да, цена его сейчас валируется от, ну, около 15 тысяч гемов. То есть если ты сможешь его получить, то ты сможешь его продать за 15 тысяч гемов свободно. И это не может не радовать, потому что это супер-супер-супер можно продать их за выгодно. Окей, давайте попробуем все-таки воплотить этот способ в реальность. Gravity Gun Cameraman по 500 гемов продают? Вы что, прикалываетесь? Это же бессмысленные юниты. Не, то есть они, возможно, и мощные,
конечно, я просто не шарю. А тем более вот этих, кстати, камерменов, их 400 тысяч штук в мире, какие по 200 гемов продавать, вы чё? Тоже, чтобы получить тебе вот этого юнита, я уже сказал в начале ролика, тебе нужно очень много терпения, и это не просто так. Ведь все, что тебе нужно делать, это просто бегать по серверам и проверять, где продается этот юнит подешевле. Желательно, конечно, ухватить его буквально за 20 гемов, и это действительно реально. Смотри, видишь, кнопочка купить находится вот здесь вот, то есть ты наводишь мышку сюда. А ну-ка, давайте попробуем сейчас, вот, да, нужно еще дополнительное подтверждение, чтобы его купить. Короче, есть такие мажоры, как ты знаешь, у нас есть ютуберы различные, мажорчики, которые сливают всех самых крутых, самых дорогих юнитов по очень-очень дешевой цене. Есть маленькая вероятность, что на одном из серверов вот это вот юнита захотят слить буквально за 1-2 гема, потому что там ролик может кто-то записывает, может либо просто кто-то хочет бесплатно отдать вот этот юнита. Короче, можно просто вот так вот сидеть здесь и пытаться выхватить себе крутого юнита. Так вот, мышку наводишь на вот сюда вот, на слово трейдинг, и как только он появится в продаже, быстро нажимаешь на трейдинг и быстро нажимаешь на кнопку подтвердить, и все, юнит будет у тебя в инвентаре абсолютно бесплатно. Ну, если его выставят за хорошую цену, конечно. Выставят за 11 тысяч, и у тебя будут эти последние деньги, то, дружище, ты очень сильно зафейлишься. Не обязательно ждать только на одном сервере появления вот этого юнита. На самом деле, сверху слева находится вот такая вот кнопочка под названием сервер лист. Мы на нее нажимаем, и здесь встречают все сервера, как бы их всего лишь 5 штук сейчас, чего? Получается, их только сейчас 5 штук, поэтому давайте телепортируемся на самый заполненный сервер. А, он сейчас фуловый, это плохо, я хочу на него тпхнуться. Кстати, у нас раньше был баг в туалет Tower Defense. Если постоянно нажать кнопочку Join и сервер фуловый, то просто игра крашается. Я про это записывал шорс отдельный. И бегаем вот сюда. Это у нас совершенно другой сервер, я заметил. И смотрим. Нет, его сейчас у нас в продаже нету, к большому сожалению. Чипы продают вот этот ящик за 250 гемов, хотя его цена такая и есть. Вот кто-то вообще за 1000 гемов продает. Нормально. Ой, это максимально странно продавать вот этот ящик. Его можно, кстати, сейчас закупить, а потом продать в 2 раза дороже, когда он пропадет из магазина. Тоже как супер бизнес-план. Это называется инвестиция, про это можно, кстати, ролик записать. Что же, на этом сервере у нас нету вот этого юнита, а вот этот юнит, который слева, продается на 2000 дешевле. Если ты понял, что в прошлом сервере он стоил 10 тысяч чем-то. Этот стоит 1000, хотя на прошлом сервере он стоил 4000. Этот сотку, а этот 150. Вот видите, если побегать по серверам с помощью вот этой вот кнопочки слева, сверху сервер лист, то можно найти... О, смотри, как много серверов. Здесь вообще 4 игрока. Погнали посмотрим, что здесь за 4 игрока играют. То есть, дружище, ты понял, просто можно бегать вот так вот по серверам и искать себе довольно-таки классные цены. И за вот эти цены вот покупать себе вот того вот юнита. Да, их сейчас около 6000 штук в мире, это очень маленькое количество, и выхватить его будет сложно. Но я сказал в начале ролика, нужно терпение. Смотри, действительно, буквально на сервере около 10 человек. Смотрим, что здесь у нас в продаже. А в продаже у нас какой-то статик спикерман. Понятно. Причфанмен еще у нас здесь есть. Да, и это все. И это все юниты, которые у нас есть в продаже, походу. Короче, дружище, ты понял, в чем заключается сам способ. Нужно просто... Ух ты, а что это за мяч такой интересный? А, это ивентовский мяч. Я их еще не все собрал, оказывается. Я собрал только 4 штуки из 10, очуметь. Можно каждый скипнуть за 400 робуксов. Вау, это круто. Окей, я думаю, ты понял, в чем заключается сам способ. Просто нужно, опять же, очень много терпения. Очень много... ну ладно, гема очень много не нужно. Говорю же, около 100 гема. Потому что есть мажоры, которые сливают по 1, по 2 гема. То есть, да, в этом и заключается сам способ. Я уже записывал про подобные темы в прошлых видеороликах. И люди реально ловят себе крутых юнитов. Люди реально с помощью такого способа ловят крутых юнитов, потом перепродают их в x100 раз дороже и просто зарабатывают на этом сумасшедшие деньги, гемы. Чтобы писать, кстати, об этом в комментарии способе. Если ты знаешь способ покруче, то тоже пиши в комментариях, я все комменты читаю и обязательно лайкну твой. Ну что ж, дружище, заходи в мой телеграм-канал по первой ссылке в описании. С тобой был я, Влад. Всем удачи, всем пока-пока. Еще встретимся.